часов. Новый виток фейерверком слов надежды открывает. Смело шагни в Новый год, как в сказочный сон. Но не забудь загадать свое заветное желание. Впереди вот в этом году петуха самое лучшее, самое светлое, самое ясное и награда за все то, что мы пережили в предыдущем. Поэтому просто хочется пожелать вам наслаждаться. Ну, чтобы близкие были. Да. Спасибо ивантеевцам, людям, которые неравнодушны к своему городу, к ивантеевскому телевидению, всегда обращаются, пишут благодарные комментарии и даже выступают с критикой, и за это им отдельное спасибо. Искренне верю, что следующий год будет лучшим. Лучшим и для меня, и для моей семьи, и для жителей города, и для нашей телекомпании. А верить в лучшее надо всегда. Но нужно всегда помнить, что все чудеса, они исключительно в наших руках. Их идей позвонить, понять и вернуть, встретить любовь. Купить душистые мандарины и восхитительное шампанское. Угоститься самым вкусным оливье. Собраться за столом в чудесной компании. Найти под елкой долгожданный подарок и загадать заветное желание. Пусть год грядущий будет ярким, легким и запоминающимся. С Новым годом! С Новым годом! Все мечты она исполнит. Президент Владимир Путин в своем обращении сказал очень важную, на мой взгляд, вещь. Надо беречь людей. И я хочу, чтобы это услышали не только руководители, но и мы все, чтобы мы берегли друг друга. И чтобы нам было жить легче и хорошо. Я желаю всем ивантеевцам смотреть ивантеевское телевидение, быть в курсе событий и быть неравнодушными к тем, кто рядом, и к тем, кто живет в нашем городе. Конечно же, такие минуты хочется пожелать всего самого-самого доброго нашему городу. Хотелось бы, чтобы тревожных новостей, чтобы беспокойства было в жизни нашей как можно меньше, чтобы было как можно больше позитива, чтобы было как можно больше солнца в нашей жизни, радостных новостей, чтобы вокруг было больше улыбок, больше веселых, счастливых лиц. Ну и всем нашим жителям, всем нашим телезрителям, всем абонентам ивантеевских кабельных сетей я хотел бы пожелать всего в наступающем году всего самого-самого доброго, крепкого, богатырского здоровья, замечательного счастья, искрометного настроения, и чтобы в новогоднюю ночь для вас случилось чудо.